Она говорит вам, отстаньте, Ремзи. А чё, как не приду, до меня все докапываются, даже вот эти вот, не на моей стороне обычно. То вы на ее стороне, нет? А то она как придет. Как неинтересно. Это такая... Ой, опушка закрывается. Ты пришла? А если бы я еще и уходила? Я уходила. Я ухожу, но скоро вернусь. Нехороший мальчишка. Цок-цок-цок-цок-цок-цок. Все, я спать. Ешь. Зачем так делать? Ешь. О, открывается, смотри, смотри. Горячая. Садистка, блин. Горячая. Садистка. Ну, не, я хорошая девочка, нет. Нет, все хорошо. Да. Вот и поговорили. Ой. Ой, не жалко. Вилочку жалко, людей не жалко. Фака маза, ей вилку жалко. Ей людей не жалко. Меня вообще не жалко, она меня может проткнуть одной вилкой. Фака маза. Кто ты? Я? Кто ты? Я Ира. Я Ира. Кто? Хватит жарить уже. Сейчас скажет, что ты голос повышаешь. Вообще, сковороду ногу уводим, пока она горячая. Фака маза. Вот это завтрак. Все? Да. Убирай! Что, я что ли это убирать должна? Все, сел. Угомонился. Она страшна в гневе, ребята. Это вам не хухры-мухры. Вы что думали? Видали? Правильно. О, у нас на компьютере шарики. Ой, прям никто не видел такие шарики. Нет, это уникальные шарики. Да, да, не лопаются. Нет. Это не лопающиеся шарики. Бывает. Так, все, хватит снимать нафиг. А я умею вас мыльные пузырь поймать руками. Да что ты, Бал? Так, чтобы он не лопнул. Да? Да. Ну вот, да, мы сейчас сделаем, руки намылим, намылим. Нет, а есть перчатки. Какие перчатки? Обычные перчатки. Резиновые? Шерстяные. Шерстяные? Нет. Вязаные. Нету. Есть резиновые. Спи. На вязаных перчатках шарик не лопается. Можно его подкидывать вверх, ловить, и он не лопнет. До поры до времени. Иришку, что ли? Чё качает-то? Кошает, блин. Ну, конечно. Кошает? Кошает? Да, и с ума чуть-чуть. Ира в один бок, Ира в другой бок. Я на месте. Хлеба налево, хлеба направо. Так, все, что, дурь поперла.